Алло, булочная? Принесите, пожалуйста, булок. Говорят, что алкаши возвращали этот стакан на место, когда пили из него горячительные напитки. Мы вернемся, потом я покажу. Нет, ладно, сразу. Самое неудобное в этом холодильнике было то, что с него падло все. Ну и еще шум, конечно же. Так прям расширился музей, клёво. Тын. Забор. Называется тын, наверное. Божечки, как здорово.
Блаженный с тем лебусом. О, Крешенский, наверное, это. Мамадышский район, узнаваемый очень. Такие они, которые крещенные татары. Ну, не факт, конечно. Узоры вот эти вот в Мамадыше были. У Крешен. Мельник. Сидит мельник. Колесо. Помните, Сенька зло. Понятно? Бросайте вы это дело, ребят. Бутылки такие клевые. Чебурашки назывались. Я прям вообще кайфанула. Так здорово. Кафе у самовара на трассе. Классическая остановка автобуса. Упс. Здравствуйте, женщина. Такая нарядная. Пересменка. Что там, треугольники моченые? Класс, вообще, когда ты рос во всем этом, вообще класс. Все, пока всем. Че, это, я пойду? Блин, холодно чертовски, правда. Че, показать обложку, где все это находится? Самовар, кафе. Сейчас. Вообще, вообще. Так вот. Вот. Классическое, знаете сами. Как выглядит? О, машинки! Вообще класс! Что-то как-то я упустила этот момент. Ладно, сейчас. Я вернусь. Где это?